Право открыть мемориальную табличку предоставлено курсантам из Ингушетии. С этого момента бульвар официально носит имя Алихана Калиматова. Далее возложение цветов от главы Ингушетии первых лиц Самарской области. Алихан Калиматов был одним из ярчайших представителей тех людей, которые защищали интересы нашей страны. И если мы будем такими, сильными в технологиях, сильными в учении, сильными в строю, сильными современнейшей техникой, мы будем сильной страной, мы будем достойно жить. Алихан Калиматов родился в станице Орджоникидзевской в Ингушетии. Учился в Самарском государственном университете. Служить в органах госбезопасности начинал в Самарском управлении ФСБ. Служил в горячих точках. В сентябре 2007 года подполковник Алихан Калиматов погиб при выполнении боевой задачи. Когда человек в этот день погибает или получает ранение, он с утра уже чувствует это, что именно с ним это произойдет. Он может найти 1000 причин. И никто его не осудит, чтобы не пойти в этот день на боевой выход или на какое-то задание. Но такие, как Алихан, они никогда об этом не задумываются, они все просто идут и выполняют задачи. Спасибо, Николай Иванович, вам, вашей команде за поддержку вот этой хорошей, доброй инициативы. Спасибо за то, что в школах Самарской области называют именами героев. На открытие мемориала, кроме главы Ингушетии, героя России Юнусбека Евкурова, приехали представители Центрального аппарата ФСБ России и два брата героя. Алихан был младшим. К 38 годам он был награжден медалями за службу и орденом мужества за успешное выполнение заданий на Северном Кавказе. Во время очередной командировки на его машину напали. От полученных пулевых ранений Алихан скончался. В управлении много своих героев, много ребят, которые прошли горячие точки и прошли их с честью, с достоинством. Очень много ребят, награжденных государственными наградами. И все мы всегда помним и вспоминаем подвиг, который совершил Алихан. Берут пример с него новое поколение чекистов. У меня на работе, естественно, и дома всегда стоит в кабинете, везде, значит, фотография, портрет моего брата. А для меня он всегда живой. А вот это открытие памятника, бессмертный полк, это они просто вот как ангелы с нами. Вот просто вот ангелы, говорят же, на плечах сидят. Вот где-то он здесь вот тоже и с вами, и со мной. Олег Зверев, Максим Гусев, «События».